гильдии. Всю жизнь я посвятила творчеству, креативу, писала стихи, но не доходили как-то руки, поскольку до себя не доходят. Все время занималась общественными делами, издать сборник. И вот буквально в 2023 году я его издала. So, first of all, I would like to celebrate, congratulate everyone with Navruz. It's a great pleasure to be here in London, in this place. And I'm a member of the guild for 2 years, but it took me a time before I decided to be published author with my poetry, because I've been busy with a lot of public activities, professional activities, but not fulfilling herself as a poet. So now she wants to present her first book of the poetry, which she published, and she probably will read some of the poems. Называется «Рифмы жизни». Как переводится туда? Я прошу прощения. Rhymes of life. Основная моя деятельность. Я работаю директором региональной библиотеки на протяжении 35 лет. И очень рада и горда этим, потому что самое главное — это продвигать книги и чтение. Для меня это очень горжусь этой профессией, этой работой. И в том числе, вот даже если... Секундочку. Хотела даже вопрос задать, но благодарю вас за эту книгу, потому что, будучи библиотекарем, организуем конференции, мероприятия по гендерному равенству, против насилия. Это действительно одна из больших проблем, которые мы должны сообща все решать вместе. Независимо, мужчина или женщина, но я думаю, что мы достигнем хороших результатов. Yeah, I dedicated on all my life, 35 years of my life, to work in library and promoting reading and books. And she is very thankful to Gulsifat for her book, because as a librarian, she organized a lot of events, including on gender equality, and this book will be a great addition. Сегодня меня переполняют большие эмоции, радость, одновременно, наверное, волнение. Я волнуюсь, потому что нахожусь среди таких талантливых, очень успешных, креативных людей. И для меня это честь. Я первый раз в Лондоне, в Великобритании. Это меня тоже как бы вдохновляет и радует. И я думаю, что привезу в Молдову очень много красивых впечатлений, эмоций. И очень рада, что лично познакомилась с вами, Марат. Yeah. I feel full of emotion, overwhelmed, and